Ребят, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами интересным упражнением, которое позволяет прорабатывать грудь на перекладине. Грудь у нас работает на жимах, мы это хорошо знаем, на пуловере, на разводке. Но есть одно очень интересное упражнение, которое объединяет последних два варианта. Беремся разнохватом, вот таким образом. Таким образом у нас рука идет как на пуловере и как на разводке одновременно. И сразу мы прорабатываем очень хорошо грудные мышцы. Плюс мы таким образом делаем подсобку для того, чтобы научиться подтягиваться на одной руке. Упражнение замечательное, обязательно его попробуйте и напишите в комментариях свое мнение. На сегодня все, короткий выпуск, пока-пока.